Доброго времени, уважаемые зрители Ютуба. Это мое второе видео, возможно, не последнее, в котором я вам хочу показать, предостеречь, предупредить, подготовить к возможным проблемам, которые могут у вас возникнуть при покупке этого девайса. В общем, комментарии излишние. Единственное, что я вам хочу сказать, я, честно сказать, удивлен, поражен и восхищен тем, что первый модуль мне не сжег как первый, так и второй ноутбук. Почему чуть не сжег, вы увидите все в этом видео. Забегая наперед, скажу, что это видео было подготовлено и уже, как говорится, отредактировано для открытия второго спора. Спора по этому втором так званому девайсе, устройстве, которое тоже оказалось нерабочее. Почему оно оказалось нерабочее? Как я устранил проблему и какие проблемы остались, все на этом видео. Я думаю, мои комментарии будут излишни. Все очень понятно. Кому что непонятно, какие есть вопросы, задавайте. Удачного вам просмотра и надеюсь, что нерабочее барахло больше никому не попадется.
А вот здесь, как я и обещал, на фото показана причина, по которой я чуть не сжег свой первый и, соответственно, второй ноутбуки. Чип в первом девайсе, как вы видите, припаян неправильно, поскольку он вообще не определялся ноутбуком никак. Второй же чип припаян правильно. Когда я нашел в интернете датыши, сравнил их, да, действительно, второе устройство, чип распаян правильно. Единственное, что не был распаян интерфейс, и есть скол на шим-контроллере. Но это, как говорится, не самое главное. Самое главное то, что я мог себе просто-напросто вывести с рабочего устройства состояние свои ноутбуки. Поэтому был открыт спор на полное возмещение возврата средств. Продавец, конечно, хотел, чтобы я вернул ему назад эти девайсы. Я сказал, что ты что, издеваешься? Отправка с моей стороны стоит $6, я бы тебя его купил за 5,58. Вот. Соответственно, мы с ним договорились, что я ему поставлю так званые 5 звезд. На самом деле он действительно не виновен. Он, скорее всего, что просто закупил партию бракованного товара. Единственный его минус то, что он при отправке не проверял эти девайсы. Хотя говорил, что проверял, тестил, все. Ну, как видите, они не могли в принципе работать, потому что не припаяны были ножки коннектора, который подключается к самому разъему ноутбука. На этом, можно сказать, мои приключения практически закончились. Деньги мне вернули. Но я параллельно с этим купил новый чип. Сейчас жду его как бы доставки. Я его распаяю. И если у меня все заработает, я обязательно выложу видео. Ну а видите, вы сейчас, как говорится, последнюю часть этого видео. Потому что спор я выиграл. Тема как бы закрыта. Надеюсь, это был для вас познавательным как бы уроком. Что если вы купили такое же самое устройство, оно у вас не заработало. И отговорка типа, что у вас несовместимые системы, ноутбук старый. Можете смело просто открывать спор. Ну, хотя можете и задокументировать, что вы делали с этим устройством, когда его разобрали. А лучше, прежде чем включать его в ноутбук, вообще разберите и посмотрите. Если у вас чип припаян вот как на первом устройстве, все, не вздумайте ни в коем случае его вставлять. Если же припаян, распаян как вот на втором устройстве, и у вас все ножки на месте, припаян, ничего не отвалено, ничего не оторвано, тогда вперед. Значит, вам повезло больше, чем мне. Удачи! И, как говорится, хорошего всем настроения.